Андрей позвонил, сказал, что сейчас подъедет. И... Как куда? Сюда? Да ладно, не звонил. Я просто хотела проверить реакцию, обрадуешься или нет. Яр, ты извини, что тогда поцеловал тебя. Ладно, ничего, я уж забыла. Нет, не забыла. Полгода назад ты сбежала в свое путешествие, никому ничего не сказала. Не отвечала на звонки, я не понимала, что происходит. Я скучала по вашей семье. До завтра, Коть. Спокойной ночи.